Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії – народний депутат України Максим Єфімов. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Говорити ми з вами будемо про найболючіше, про можливість відновлення Донбасу і повернення туди нормального життя. Оскільки ви є депутатом від того регіону, ви представляєте, зокрема, місто Краматорськ у Верховній Раді. Що сьогодні там відбувається? Наскільки потрібна сьогодні увага України до цього регіону? Я без исключения на всех своих, во всех своих интервью, во всех своих высказываниях говорю о том, что мы обязательно, государство обязательно должно подумать о том, как прифронтовые регионы поддерживать. И сегодня Краматорск, который долгое время находился в сравнительно стабильной и спокойной обстановке, был в середине февраля обстрелян, и это, конечно, добавило дополнительных проблем. Сегодня в Краматорске размещается обладминистрация, то есть он становится потихоньку, стал по себе потихоньку административным центром Северного Донбасса. Но сказать, что государство думает о том, чтобы что-то сделать, или делает как минимум что-то, это неправда. То есть на сегодняшний момент есть тенденции, но ничего не сделано. И сегодня нужно обязательно думать о том, чтобы как минимум те обещания, которые были сделаны в прошлом году на уровне правительства, чтобы эти обещания выполнялись. Тобто є, ви зараз стверджуєте, що зрештою ті обіцянки, ті гроші, які мали надійти на відновлення тоді ще, коли було звільнено Краматорськ і Слов'янськ, голосно заявлялись про те, що ми допоможемо, відновимо. Люди, які там опинилися без будинків або в розвалених будинках, і досі чекають цієї допомоги? Как это фактически происходит? Естественно, в Краматорске есть предприятия, которые еще как-то работают. Есть городской бюджет, местный бюджет. Когда произошли эти все ситуации, когда ушли сепаратисты, ушли в Донецк, естественно, город Краматорск, предприниматели, заводы, сам местный бюджет начали помогать людям и делать те вещи, которые были в их силах. Те деньги, которые были обещаны, они, по сути, было продекларировано в октябре месяце о том, что 300 миллионов выделяется на Донецкую и Луганскую область. Деньги эти не поступили в прошлом году, они должны поступать в этом году. Но просто на примере Краматорска хотел бы сказать следующее, что Краматорск в момент, когда произошла эта трагедия, выделил из местного бюджета под несколько десятков миллионов гривен. Но, к сожалению, государство не только не выполнило ту функцию, которую пообещало, то есть дать денег на восстановление, оно даже через казначейство и через закрытие казначейских счетов и невыплаты незащищенных статей не дало возможность даже потратить те деньги, которые город выделил сам. Ви моніторили ситуацію, чому так відбувається? Оскільки ви, як народний депутат, маєте право запросити документи, поцікавитися документацією? Сьогодні я вам скажу новий примір. От після того, що случилося в середині февраля в місті Краматорську, президент пообіцяв 5 мільйонів гривень, появилось сразу розпорядження Кабінету міністрів о том, щоб виділити з резервного фонду 5 мільйонів гривень на постраждалих людей. Это последний теракт, который... Последний теракт, это 15 дней назад приблизительно. Значит, до сих пор денег этих нет в Краматорске. Но самое интересное, что этих денег нет и 10 миллионов гривен, которые были обещаны Мариуполю. Сама по себе система бюрократическая, которая существует в государстве, а также работа министерств и я даже скажу так, не самих министерств и руководителей их, а всего персонала, находящегося в этих министерствах, она не предусматривает работу в форс-мажорных условиях. То есть сегодня деньги нужно сегодня, деньги нужны людям, которые остались без стекол в домах, без самих домов, без детей с погибшими родственниками и так далее. Они получают должны деньги мгновенно. И когда есть хорошая инициатива дать, помочь семьям, и эта инициатива декларируется президентом, то если сегодня президент сказал, завтра деньги должны быть на счетах. А на это требуются месяцы. Как обойти такую громоздкую бюрократичную машину? Это потрібно на законодательном уровне? Чи это лише бажання тих, хто від кого залежить вирішення цього питання? Я вважаю, що на сьогоднішній момент можна прикриватися різними формальними особливостями нашого бумаготворчества, але є сьогодні конкретні фамілії людей, тих, від яких це все залежить. Руководителі міністерств, їх замів, а також людей, які знаходяться, руководителі департаментів і так далі. Так от, ці всі люди, вони просто повинні розуміти, що у нас там йде війна,
И нужно сделать не просто сказать, а сделать. Я сегодня работаю над двумя инициативами по переброске медицинских и образовательных субвенций на прифронтовые города. И это уже два месяца длится. Буквально субвенции бюджетную характеру? Субвенции – это немножко такой сложный вопрос, но для простоты следующая картина. То есть есть сегодня медицина и образование прифронтовых городов, в которой есть проблема, потому что она сталкивается с переселенцами, которых сегодня 350 тысяч уже, а может быть по 400 тысяч в наших городах прифронтовых. Из людей, которые переехали или каким-то образом перерегистрировались из оккупированной части. Так вот, эти люди, они не учитываются в рамках бюджета в финансировании медицины и образования. Тобто збільшення кількості навантаження на медицину и на освіту сегодня не враховується? Не враховується. Для того, чтобы это враховать, нужно сделать переброску медицинских образовательных субвенций, переброску сделать из городов оккупированных в города не оккупированные. Простой вопрос, все говорят «да-да-да», но уже полтора месяца хожу, пятый круг уже хожу, пытаюсь добиться того, чтобы это произошло. Вот надеюсь, что на этой неделе, если на этой неделе это не закончится, то, конечно, надо будет уже говорить с фамилиями тех людей, которые просто саботируют эту работу. В рамках бюджета это потребно работать? Чи это на уровне, снова же таки, распоряджень Кабмину и переадресации финансовых потоков? Сегодня речь идет о том, что это распоряжение Кабмина, которое должно пройти. И вот два распоряжения Кабмина, которыми сегодня занимаюсь. Это распоряжение по Министерству здравоохранения, по Министерству образования. И здесь просто люди, которые на местах, они должны, повторяюсь еще раз, не прикрываться формальными отписками или отговорками, а взять и сделать. Потому что это касается сотен тысяч людей, находящихся в прифронтовой зоне. То есть ваш вопрос был, как мы можем и что государство должно делать. Я говорю, государство говорит и хочет делать, но мешает бюрократическая машина министерств. И окремые люди, которые не хотят выполнять свои обязанности, которых, по сути, нужно лишать работы. То есть вы, зважаючи на те проблемы, с которыми вы стыкаетесь, вы будете делать эту информацию публичной? Конечно, мы будем однозначно. Я просто не хочу, потому что на самом деле мы уже наметили серьезные сдвиги о том, чтобы сделать и помочь людям. Ну, я надеюсь, что на этой неделе мы этот вопрос закончим. Наш эфир – это еще одна возможность. Да, мы еще несколько раз придем и будем встречаться, и обязательно звернути увагу на ті проблеми, з якими ви звертаєтесь. Взагалі, якщо казати про відновлення Донбасу, про це дійсно досить багато говорять, наголошуються на тому, що потрібно якось і людям довіру до України повертати, а ситуація, он як виглядає. Нещодавня заява заступника міністра, віце-прем'єра Геннадія Зубка – там йшлося про те, що зрештою буде виділено 1 мільярд 520 мільйонів грошей на відновлення Донбасу. Це гроші, які, скажімо, або обрахунки, які були зроблені в рамках місії Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Світового банку. Тобто практично є і інвестиції, які могли б допомогти сьогодні Донбасу відновитися. Яким чином от ви бачите залучення цих грошей до розв'язання тих проблемних моментів, які сьогодні стикаються Донбас? Первое, самое главное, что мы должны наконец-то остановить войну и сделать все для того, чтобы у нас военные действия прекратились, вооружения отвелись, минские соглашения начали работать. Как только это произойдет, это будет первый большой серьезный сигнал для тех людей, которые напуганы, которые ни во что не верят и которые уезжают из наших регионов. Уезжают, то есть бегут. Для того, чтобы договорить об инвестициях в инфраструктуру, нужно сначала сделать первый шаг, потому что любые инвестиции не будут ничего стоить, если у нас война будет продолжаться. Второе, это, конечно же, та промышленность, которая сегодня находится в прифронтовой зоне, она должна начать функционировать нормально, потому как мы говорим о том, что если говорить о заводах, например, города Краматорска, то сегодня следующая волна мобилизации, обстрелы Краматорска, непонятные заявления некоторых чиновников в Донецкой администрации, это были ошибочные заявления. Все это приводит к тому, что люди напуганы, а когда ты боишься, то ты уже не думаешь о деньгах, ты думаешь о том, как убежать. И поэтому вот это должно, эта истерия должна пройти, этот психоз должен пройти. Следующим этапом это восстановить нормальную работоспособность заводов, находящихся на прифронтовой зоне. Для того, чтобы наполнить и местные бюджеты. И, в принципе, те предприятия, которые работают, это их основное задание вырабатывать продукцию, а разом с тем и насыщивать как местный, так и державный бюджет за рахунок податков. Да. Потому что и рабочие места. Да, без того, что мы восстановим доверие людей к власти,
восстановим возможности тех предприятий, промышленных предприятий, мелкого, среднего бизнеса, чтобы они продолжали делать свою работу. Ну, я вам скажу, прифронтовая зона, она же еще опасна чем? Тем, что туда никто не везет продукты питания, туда не везет никто топливо. Мы сегодня имеем стоимость медикаментов в Краматорске выше, чем в Киеве. Потому что туда не едут, не везут медикаменты. Потому что державные программы не працюють, а волонтерів программы не вистачає. Державные программы не працюють. Не, я говорю просто про... Краматорск, он мирный город сегодня. Mm-hmm. Такой же мирный, по сути, каким он был все свое существование. Но небольшой провинциальный город. И в этом городе, как правило, всегда медикаменты были дешевле. Но сейчас, когда это прифронтовой город, логистика не работает. Заказчики боятся давать заказы на предприятия, страх. Все это приводит к тому, что не работает... Тобто ми упираємося в те, що сьогодні немає системного бачення, що робити з Донбасом, як відновлювати, і немає програми, де були б конкретно прописані видатки, потреби цього регіону. Да. Тобто ніхто не вивчав цього питання? Я думаю, що хтось ізучав, але ми були сильно, вся країна, вона і до сих пор сильно... завязана на войну. То есть мы все говорим о войне. Сегодня мы все начали говорить о том, что упала гривня. Но нам всем нужно начать наконец-то говорить о том, как нам заниматься экономикой. Как нам сегодня создавать возможности для того, чтобы экономика начала восстанавливаться. Никакие кредиты, никакие донорские помощи, они не помогут в долгосрочной перспективе. Да, они заткнут какую-то сиюминутную дырку, но они не решат вопросы кардинальные. И это самый главный вопрос, которым нужно сегодня заниматься. Такую программу потребно написать? В принципе, вы можете стать одним из співавторів такой программы и таких положений на працювання, щоб для того, чтобы конкретизировать эти проблемы, про які ви сьогодні кажете? Значит, есть два вопроса, которыми, опять же, мы занимаемся, в том числе и нашим комитетом по промышленности и предпринимательству, стратегически. Значит, первый вопрос вместе с автором взяли и своего руководителя Голосюка. Я являюсь автором законопроекта по увеличению арендной платы, не увеличению арендной платы, а возвращению арендной платы к тому размеру, который был в прошлом году. Это такой интересный момент, когда вся страна страдает от того, что не хватает денег, когда мы пенсии, по сути, девальвируют, и валюта девальвирует, зарплата уменьшается в разы. В этот самый момент мы уменьшаем рентную плату на добычу железной руды. На сегодняшний момент Украина имеет большой ресурс, невозобновляемый, это железную руду. Это надра, які належать народу, зрештою. Надра, які належать народу, и этот ресурс, он невозобновляемый. Так почему сегодня компании, которых 8, которые последние 5 лет зарабатывали сверхприбыли, почему сегодня они должны... Да, стала ситуация чуть хуже на мировых рынках, да, заработки не будут теперь такими бешеными, какими они были раньше. Но извините, пожалуйста, мы сегодня все страдаем, и народ страдает. Так вот пусть честно должна происходить ситуация. Если сегодня кто-то зарабатывает, отдайте часть того, что вы зарабатываете, стране. От подивіться, ренту на видобуток нафти підняли, а на залізну руду не торкнулися. А на залізну руду уменьшили. Що произошло? В прошлом году рентна плата на залізну руду була 8%. Угу. В этом году эти 8% умножили на коэффициент содержания железа в руде. То есть до этого было 8% на физическую тонну, а сегодня 8% на содержание железа, которое составляет 62%. То есть ввели маленький поправочный коэффициентик, который никто не увидел. Або не захотіли побачити, да. І сьогодні ми цю дискримінацію пытаемся убрати. І посмотрим, яким образом і як проголосують депутати за то, щоб... Це де-факто дасть 5 мільярдів гривень дополнительних грошей в бюджет. А це сума значна. От чому так відбувається? Це, ну, просто наштовхує на думку на те, що за цим стоять чиїсь інтереси або лобізм, який, можливо, навіть присутній в парламенті? Я думаю, що саме головне, щоб сьогодні всі, без виключення, починаючи від людей багатих, середнього достатка, подумали о том, що ми повинні поработати на страну. Ну, потрібно поработати, наконец-то, на страну, в которой ми живемо і которая является нашей родиной. І от коли люди поймуть, що потрібно працювати на країну, і країна почне жити по-другому.
Цей документ було б непогано ухвалити в розрізі законопроєктів, які будуть передувати ухваленню бюджету, адже вони впливають на дохідну частину бюджету. Є от така перспектива? Документ має таку перспективу? Я надію, що ми 90... Він вже пройшов, документ пройшов вже засідання налогового комітету, тобто ми з висновком прийняти за основу. Я надію, що ми на наступній неділі його винесемо в зал и попытаемся провести в зале. Но я считаю, что это, если мы это не проведем, тогда я не понимаю, зачем мы туда ходим как депутаты на работу. Вы мониторили взагалі, або вивчали, можливо, говорили, уже шукали можливість провести цей документ через сесійну залу? Колеги підтримують з іншої фракції, чи є прихильники такого документу? Большинство людей, которым я это презентую, они поддерживают. Единственное, что на что, что я, чего я боюсь, что сегодня большинство наших законов пишутся таким образом, что начиная читать первое слово и заканчивая читать последним, ты уже не помнишь, что посередине там они написали. И поэтому... То есть не имеет вивчення документів глибоко? Я думаю, что просто это специально делается для того, чтобы иметь возможность сделать вот эти вот маленькие поправочки. Так вот, главное, чтобы хватило... мне хватило мудрости это доказать и переконливости доказать, что это работает. Як такий инструмент, как Рада коалиции, можливо, в цьому варианті потрібно застосувати такий інструмент впливу і для того, щоб ті люди, які входять в Раду коаліції, донесли позицію до фракції, до їхньої узгодженої думки? Я думаю, що да, ми цим займаємося. Говорячи про програму і про можливість відновлення Донбасу уже в системному варіанті, як це питання висвітлюється сьогодні в бюджеті? Вивчаючи статті бюджету, чи можна сказати, що бачать проблеми ці і що дійсно буде приділятися належна увага Донбасу і відновленню? В первоначальній версії на Донбас було заложено 1,5 мільярда гривень в первоначальній версії бюджету на мероприятия по восстановлению Донбасса. Кроме этого был резервный фонд, кроме этого был фонд регионального развития. И я так понимаю, что кроме этого было множество разных дискуссий с донорами, с спонсорами международными, которые готовы помогать. То есть комплексные деньги, не больше проховать, это не только деньги бюджета, это в том числе и гранты. Например, город Краматорск стал участником из 6 городов на грант от Евросоюза 17 миллионов евро, 1 900 000 евро, 4 проекта по Краматорску. Это деньги, которые выделяются Евросоюзом для создания условий для беженцев. Я вам скажу, это целевые гроши. Это целевые деньги. Но повторюсь еще раз, вот то же самое, что происходит сегодня у нас с бюрократией, которая есть в процессе получения средств уже выделенных, то же самое и здесь. Переселенцам нужны жилье для того, чтобы его жить сейчас. То есть они вот сегодня заряжают... умов для життя, скажем. Да, да. Это деньги, это интересный проект, очень интересный проект. Это получается, есть сегодня множество коммунальных объектов, которые разрушены или не разрушены, но не приспособлены для жилья. Например, множество общежитий в Краматорске есть, в которых уже нет канализации, там еще чего-то. Но здание стоит, коробка стоит, она стоит давно, но она не работает, потому что некому жить, коммуникации нет и так далее. Так вот эти деньги используются для того, чтобы эту коробку превратить в достойное жилье для переселенцев. И это очень хорошая программа. Я надеюсь, что мы в Краматорском в 2015 году 4 больших общежития, приблизительно 1000 переселенцев мы сможем создать за эти небольшие сравнительно деньги. Розумієте, з'являються гроші, з'являється спокуса, яким чином ці гроші можливо десь відтягнути. І наскільки сьогодні можна сказати, що буде контроль за використанням за цих деньгами, грошей? І хто? От в якому контексті це буде дійсно зроблено? Я зі своєї сторони зроблю все можливе для того, щоб деньги, которые поступают в бюджет из разных уровней, из государственного бюджета, из бюджета Краматорска на различного рода мероприятия, чтобы эти деньги были потрачены с минимальными затратами, так как мы сегодня, я в прошлом генеральный директор завода, и, соответственно, хорошо понимаю, какие рисуются сметы, хорошо понимаю, как отмываются деньги, и как с этим бороться, поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы все эти деньги попали в Краматорск,
в местный бюджет и попали людям в ту инфраструктуру, которая по тем минимальным затратам, которые возможны. Оця стаття бюджету і рядок, який стосується відновлення Донбасу на сьогодні, наскільки дійсно це чітко прописане цільове призначення цих грошей? І от якщо зважати на місцеву владу, яка сьогодні там є, чи може дійсно розпоряджатися, чи можна довіряти тим людям, які сьогодні знаходяться? В Краматорську ще немає мера, там секретар горсовету, руководитель Воробьев, вчора у них, кстати, день рождения, Екатерина Александровна. Значит, ну, я скажу, что много чего нужно менять, и это будет однозначно меняться, в том числе в исполнительной власти. Но то, что мы не дадим возможность разворовать деньги, за которые сегодня боремся, и которые сегодня будут выделяться, то, что касается Краматорска, я это гарантирую. Місцеві вибори. Наскільки потрібно сьогодні змінити політичну еліту і місцеву еліту взагалі тих, на кого, кому сьогодні довіряють, на кого сьогодні рівняються? Сегодня нужно сделать прежде всего то, что люди увидят, что, опять же, говорю за Краматорск, что власть делает что-то, что власть, которая сегодня, люди, которые сегодня у власти, думают, не только думают, не только говорят, но и реально действиями своими доказывают, что те наши города, те наши промышленные предприятия, что то население, которое там живет, что оно нужно Украине. Это самое главное, то, что должно произойти. Потому что сегодня рейтинги власти катастрофически падают у нас в Краматорске. И это достаточно неоднозначный показник напередодні, скажем, проведения местных выборов. И это происходит именно поэтому. Рейтинги оппозиции, они растут. Но всегда легко критиковать. То есть мы это понимаем, да, что сегодня легко критиковать, легко говорить о том, что все плохо, с одной стороны. Но с другой стороны, для того, чтобы не так легко было критиковать, нужно делать те вещи, которые критиковать сложно. Поэтому вся задача, которую сегодня ставлю перед собой, это сделать все для того, чтобы сказать, что и критиковать было как можно, как минимум для Краматорска было меньше. Этот фактор достаточно потребно враховать. Очень важно, чтобы мы это поняли и сегодня начали уже действовать. Но прежде всего нужно закончить войну. Максим Єфімов, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі і нашим глядачам. Дякую за те, що залишаєтесь з нами. Дивіться нас і надалі. До побачення.